Карамба ТВ представляет. Вчера мы с Туром в интернете узнали, что подсолнечное масло – это отличное средство от запора. И чтобы Баба не было так стыдно, мы решили с Тимом составить ему компанию. Они соврали. Не, Баба, это нормальное дело, это обычные люди проходят через это. Что за бабуйня? Смирись, смирись. Но. Итак, понеслась. Чтоб ты просрался. Спасибо, пацаны. Слазь. Я не могу пить. Снимай блевоту. Блядь, не буду. Блин. Я как собака закапываю. Спалил. Фу, блин, баба. Давай. Тебе с продон, человек. Все, да ну да, хрень. Берешь, Дим, давай. Давай, давай. Раз, два, три, слазь. Мне кажется, я умираю. А, как хреново. Так, подведем итог. Бабай, два стакана. На, что ты трясешь? Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну вон, половину. За здоровье. Половинка, да. Дима, три стакана. Дима занял второе место. У меня 7 стаканов. У меня еще есть возможность поставить мое любимое число. А вы знаете, что у меня любимое число 9. И осталось сказать вас 2 стакана. Пам-парам-бам-бам. Скисаем рукава. Давай заканчиваем видос. Понеслась. Девять. Нет, что там? Чемпион. Кто чемпион? Он чемпион. Мы узнали, что подсолнечное масло – это отличное средство от запора. И чтобы Бабаю не было так скучно... Скучно? Ладно, дурацы, заткнулись.